Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Чернов Александр Владимирович, я научный руководитель ветэндошколы Карл Шторц. Ваше внимание представляется клинический случай, демонстрирующий эндоскопический этап операции, выполненный по поводу кишечной непроходимости, а именно инвагинации тонко-толсто-кишечной. Обратите внимание, что жидкость, которая в брюшной полости находится, свободно удаляется аспиратором-ирригатором. И после этого обнаруживается, собственно, инвагинат, который потом извлекается и выполняется классическая операция. Спасибо за внимание. До новых встреч.